по разработке стандартов и органов сертификации британский институт стандартов. Но как-то расскажу, что же такое BSI, потому что руководство попросило перед вами снять шляпу, поклониться, но и с другой стороны заинтересовать нашими услугами, потому что BSI, как разработчик стандартов, является, ну тут мы про историю поговорим, разработчиком стандарта 55001 по управлению активами. И он предназначен как раз, как потомок ПАС-55, в первую очередь для крупных промышленных предприятий и дальше по управлению активами всеми, не только материальными, но и нематериальными. Потому что тенденция к тому, что все идет в услуги, и даже в производстве сейчас трактуется как услуги. Потому что производство становится позаказное, мелкосерийное, инновационное. Мало кто уже работает на склад. Поэтому сначала я начну с представления BSI, потом немного про сам 55 стандарт, и потом совсем кратко про ту пользу, которая может быть вами получена при сертификации по этому стандарту. Хотя в России ни одна компания, вот как с надежностью, ни одна компания еще не сертифицирована, стандарт вышел год как, на Западе компании сертифицируются и производственные, и непроизводственные по этому стандарту, что радует. В России большое значение BSI придает, даже с точки зрения непростой политической ситуации, которая сейчас есть. Офис BSI, аудиторы BSI, разработчики стандартов не чувствуют на себе от головного офиса или от других офисов Британского института стандарта какого-то негативного отношения, которое бы переносилось вот из политической сферы в сферу стандартизации. Потому что все заинтересованы в том, чтобы управление компанией развивалось, было более надежно, потому что это гарантирует выполнение своих партнерских обязательств в очень связанной экономике, в глобальной. Да? И мы существуем не сами по себе, мы каким не хотим, завязаны, в общем-то, в общую экономику мировую. И надежность управления нашими компаниями и нашими активами в том числе значительно сказывается на функционировании экономики мировой в целом. Вот. Поэтому большое значение российскому рынку придается. Сюда приезжают представители разработчиков стандартов. И неделю назад здесь у нас был Чарльз Кори, основной разработчик этих стандартов, 9018-55001, руководитель комитетов ВСО 176, в частности, который выпускает эти стандарты. И все эти стандарты сейчас обновляются, выходят новые версии. Месяц назад вышла новая версия стандарта 9001 2015 года, с которой стандарт 55000, с которым интегрируется. Итак, Британский институт стандартов. Ну, с 1901 года функционирует, уже больше 100 лет, вполне почтенный возраст. BSI был многим где первым. Это был первый национальный орган, это был первый наднациональный орган, это был первый орган, который создал органы по аккредитации, английский, УКОС. И BSI был одним из основателей Международной организации по стандартизации, ISO, который сейчас выпускает все международные стандарты. Руководители Британского института стандартов возглавляют многие комитеты, которые выпускают эти стандарты. BSI является некоммерческой организацией, никто не получает профиты, прибыли, дивиденды от деятельности этого органа. Он патронируется королевой, поэтому эти 100 лет, больше чем 100 лет, 114-115 лет истории, в общем-то, завязаны тоже на один из активов, на самый главный актив этой организации, на имидж, на бренд. Да? Поэтому управление этим имиджем, этим брендом тоже легло в основу создания стандартов серии 55000. Является одним из ведущих мировых органов по разработке, единственным органом по разработке стандартов. Никакой другой сертификационный орган не разрабатывает в таком объеме стандарты и не выводит его на международный уровень. Вот три задачи, которые BSI ставит перед собой. С точки зрения разработки стандартов, внедрения стандартов и в помощи организациям следовать этим стандартам.
Сам по себе стандарт, любой, какой бы он ни был выпущен, там, хороший, очень детальный, очень подробный, сам по себе ничего не стоит, только с точки зрения применения его на практике и применения неформального. Да, там. Ну, в России мы привыкли немножко, если какие-то есть требования регулятора по поводу того, ну вот есть стандарт, надо получить сертификат, когда вы будете там допущены туда, там, участвовать в конкурсах, тендерах, там что-то обязательно, что-то не обязательно. Ну, у нас же как, надо сделать, мы сделаем, надо бумагу, мы сделаем бумагу. Вот. На самом деле значение сертификации и внедрения управления по стандартам, ну, у нас значительно подорвано, потому что ну, можно погуглить в интернете и купить сертификат за 30 тысяч рублей. Какой-нибудь там российского органа по сертификации, которого никто не знает, но сертификат есть, требуется, вот у нас есть. Как правило, никто особо не проверяет, он там реальный орган по сертификации, реальная там система управления работает в соответствии с требованиями этого стандарта или нет. Поэтому такое негативное отношение, с одной стороны, есть к тому, что это что-то очень формальное, с другой стороны, практика внедрения стандартов и прохождения сертификации показывает часто, что компании внедряют, опять-таки, что-то по требованиям стандарта только для того, чтобы подтвердить, получить бумагу и чтобы от нее наконец-то отставить. И поэтому там, сама практика внедрения дальнейшего использования, она часто бывает очень формальной. Что мы не приветствуем орган BSI как таковой, как некоммерческая организация, которая не стремится к тому, чтобы привлекать любой ценой заказчиков, выдавать как можно больше сертификатов, получать за это как можно больше денег, потому что там требуют акционеры какие-то, наращивать прибыль. У BSI нет такой задачи. Хотя по уровню выдачи сертификатов, в общем, он входит в тройку, мировую тройку лидеров, потому что значимость получения сертификата BSI признается во всем мире. И, в общем-то, это такой общий язык, на котором разговаривают люди, которые понимают не с формальной точки зрения, нужна бумага вот, да, а какая действительно, какая польза, какое значение, вот те требования стандартов и способ их удовлетворения в этой конкретной организации, да, люди, которые через это прошли и понимая пользу от этого, да, могут между собой разговаривать на одном языке. Для них это такой код, который говорит, что мы входим в какой-то клуб, где-то реально работает, и мы понимаем, что из этого можно извлечь пользу. Поэтому повышение результативности деятельности, управление рисками сейчас общемировой тренд, есть отдельный стандарт, разработанный на управление рисками 31 тысяча, и все остальные стандарты сейчас с 2013 года по новой структуре, мы там немножко об этом затронем, все управление рисками включают в основное тело стандарта. То есть хотите, не хотите, проектами занимаетесь, производством, не производством, просто услуги оказываете, управление рисками должно быть в каждой системе управления, и нельзя пройти сертификацию, если не подтвердить, что управление рисками применяется на практике, и решение по планированию, по использованию, по применению чего-либо в организации ведется на основании учета рисков. И не просто учета рисков, потому что мы все учитываем риски, мы даже когда дорогу переходим, мы понимаем, какие есть риски, да, и мы как-то с точки зрения подсознания где-то там, на историческом опыте, это учитываем. Управление рисками имеется в виду не только умозаключение или умозрительное, а требует введения некой фактографической информации о том, что мы риски оценили, вот, последствия, вероятности, грейды. И эта информация должна вестись, и планируемые действия должны быть основаны на этом, должна быть понятна связь планируемых действий с этим уровнем риска. И в этом большой шаг вперед, потому что теперь нельзя на кого-то, мы там об этом говорим, нельзя на вас, как на практиков, да, что часто бывает, сейчас вот по 55.001 курсы читаю, все жалуются о том, что да, все понимают, все кивают, но производственная программа, там, заказы, руководство требует откладывать, переносить там ремонт и техобслуживание, некоторые вообще пропускать. Да, все говорят, да, мы понимаем, что тут могут быть проблемы, тут могут, ну вот когда они настанут, мы тогда будем решать, как мы будем с ними справляться. И потом дальше никак нельзя ни на кого сослаться, ни доказать, что это решение было принято кем-то. Все от этого откажутся, и шишки все равно все упадут на подразделение, которое отвечает за ремонт, за то, что что-то было выполнено не в срок.
BSI выпустил 33 тысячи стандартов, 33 тысячи стандартов, которые на практике применяются, не по всем по ним есть сертификация, но все они помогают в той или иной степени разные области деятельности регулировать, более надежное, более осознанное управление в этих сферах применять. BSI разработал такие стандарты, наверняка многие из вас, но в любом случае, кто-то сертифицирован, кто-то знает, кто-то может быть на пути к тому. Общий стандарт 9000 на систему управления, 14 экологическая безопасность, 55 управления активами, 50 энергоэффективность, 20 IT-услуги, 22301 непрерывность бизнеса, 18000, ныне сейчас будет в следующем году 45001 управление промышленной безопасностью и охраной труда. Все эти стандарты разработал BSI. И они были представлены в организацию ИСО для того, чтобы ИСО оповестило всех, все какие-то могли дать свои предложения, страны, которые входят в комитеты, которые могли бы быть включены в эти стандарты, дальше опубликованы. То есть, в принципе, можно сказать, что ИСО это и есть BSI, британский институт стандартов. Вот сначала в каком-то году из левой колонки создавался стандарт британским институтом, национальный стандарт, который действует на территории Британии. И дальше потом этот стандарт, иногда под тем же номером, иногда под номером из общей классификации ИСО, уже публиковался как международный. Поэтому тот, кто разрабатывает стандарты, чтобы разработать стандарт, вы же понимаете, да, надо перелопатить гораздо больше информации, обобщить, выбрать зерно, потому что стандарт содержит минимальный набор требований, минимальный набор, из которого обычно нельзя ничего выбросить, только при очень большом обосновании. И дальше это наращивается уже с точки зрения того, для каждой организации свою специфику, свои тонкости расширяет. В стандарте, если она действительно видит пользу и значимость применения этой методологии управления для своей деятельности. Можно вас попросить поднять руки компании, которые сертифицированы по какому-нибудь стандарту? Ну, наверняка 9001, да, сначала? О, по девятке все, да? Кто-то, наверное, 14-18, да? О, понятно. А можно сразу спросить, чтобы я тут тогда соловьем не разливался, а пользу вы как-то чувствуете от того, что сертифицированы по 9001 хотя бы, по общему стандарту управления? Да? Кто-то есть, кто-то качает головой, что особо нету. По охране труда есть польза, да? Угу. Ну, в любом случае, да. Ну и большая проблема, что внедряются стандарты, внедряются иногда формально. Ну вот надо. Ну надо внедрили. Ну приезжают. Ну там надо каждый год этому аудитору готовить какие-то там документы, бумаги, особенно если это внедрено формально, то это надо делать в авральном порядке перед аудитами там надзорными всякими. Отвлекают, теребят, руководство какие-то тут директивы спускают по этому поводу. Начальник цеха, проходя через цех, уборщицу спрашивает про политику в области качества, знает ли она ее наизусть. Ну, в общем, это дурдом, честное слово. Стандарты для того и стандарты, чтобы эта платформа выбрали, поняли, что для себя. Все это и так делается. Я как аудитор, я провожу много аудитов. И никогда, во всяком случае, мы аудиторы BSI, в большинстве своем, в корпоративной культуре, да, никто никогда не будет требовать букву. Все будут требовать дух. Да, если есть понимание, и мы всегда идем навстречу и вникаем в то, как компания аргументирует то, что она такой-то требованный стандарт, а так-то для себя понимает, видит пользу в этом, вот так-то реализован. Никогда аудитор не скажет, да вы что, на самом деле это, вы понимаете все совсем неправильно, имелось в виду вот это, и делайте так, как я сказал. Ваша система управления, вы ее таким образом видите, таким образом используете. Да, требования стандарта, если вы его реально поняли и так-то реализовали, аудитор никогда не будет претензий, никогда не будет у вас проблем с прохождением аудита. Потому что это осознанное ваше решение, ваша система управления. Орган по сертификации всегда заинтересован, чтобы ваши системы управления развивались. Это же не финансовый аудит. Нет задачи найти как можно больше несоответствий, ткнуть пальцем, получить какие-то там от этого бонусы, как финансовый аудит, там налоговый, да, там штрафы, ну, бюджет наполняем, тут понятно.
Тут BSI, выдав вам сертификат, заинтересована в том, чтобы ваша система управления развивалась. Потому что клиент, заказчики предъявляют претензии к вам, потому что вы что-то выполнили не в срок, не так, ненадежно. Они, заказчики ваши точно так же могут предъявить претензии к BSI, что BSI выдала сертификат, ежегодно проводит у вас аудиты, и она этим сертификатом гарантирует, что ваша система управления соответствует требованиям, там есть три параметра, адекватно, пригодно и результативно, что система адекватна вашему виду деятельности, масштабу сложности, что она результативна, потому что она позволяет достигать результатов, и что она пригодна, потому что она умеет выявлять требования заказчиков и всех заинтересованных сторон, не только заказчиков, не только условия договора. И она умеет делать так, чтобы эти требования мониторились и выполнялись. Если они не выполняются, то делаются определенные действия, корректирующие. Про корневые причины здесь рассказывают, тут технических сбоев, а тут в системе управления. Также корневые причины должны быть найдены, система управления изменений должны быть внесены. Орган по сертификации заинтересован в развитии вашей системы управления. Потому что это гарантирует орган от того, что ваши клиенты будут предъявлять BSI претензии. От этого зависит бренд BSI. Это такое управление активами. Чем меньше претензий к вам, тем выше стоит бренд BSI. И поэтому BSI будет все делать для того, чтобы ваша система управления развивалась. В том числе в рамках аудитов. Там курсы, обучение, все остальное, да, но в том числе и в рамках аудитов. Это не консультирование, да, но мы стремимся к тому, что результаты наших аудитов помогают вам развивать систему управления. Значит, вот перечень стандартов. Все известные, все стандарты наиболее употребимые, все они разрабатывались Британским институтом стандартов. Ну, вот такая схема, как BSI взаимодействует со своими заказчиками. Разработка стандартов – это понятно, это отправная точка, это такая цивилизационная миссия BSI это ставит для себя как задачу по помощи всем, кто заинтересован развивать свои системы управления. Тем, кто заинтересован, не тем, от кого кто-то директивно это требует, потому что любой стандарт направлен на добровольную сертификацию. Только если ты добровольно понял и принял, то это можешь реально использовать нормально. Если под нажимом, если директивно, то, конечно, нам сказали, мы сделали. А там работает, не работает, уже как-то не очень важно. Поэтому вот BSI практики, мониторит по всему миру практики, управление, разрабатывает стандарты. На этих стандартах разрабатывает корпоративные стандарты для крупных заказчиков, если нужны именно заточенные под какие-то конкретные виды деятельности, особенности работы. И дальше по этим выпускаемым стандартам, как британским, так и те, которые перешли на международный уровень, были одобрены ISO, проводится обучение. Консультанты, партнеры BSI помогают внедрять, дальше BSI сертифицируют, дальше продолжают сопровождать. Сопровождать эти сертификаты как надзорными аудитами, так и последующим обучением, помощью в переходе между версиями стандартов, интеграцией систем, потому что сейчас все стандарты, мы этого немножко сейчас коснемся, они с 2013 года выпускаются все по единой структуре. Все стандарты будут теперь выпускаться по единой структуре, которую разработал BSI. Значит, ну вот такой путь, как мы видим его для тех компаний, которые увидели пользу, поняли, что это возможно для них, и что это каким-то образом поднимет их уровень с точки зрения реального управления и имиджа в глазах всех остальных, как партнеров, заказчиков, так и регулирующих органов. BSI, особенно это касается стандарта 55.001 управление активами, потому что деятельность очень широкая, мало того, что она уже на вашем уровне, на производственном, почти безграничная. Если мы сюда добавим управление всеми остальными активами материальными, которые не относятся к производству, и нематериальными, которым сейчас уделяется очень большое внимание, всем патентам, технологиям, имиджу, бренду, сотрудникам, знаниям этих сотрудников и уровню квалификации, инновационности, это все входит в понятие активов, да, то тогда вот такой путь предлагается BSI. Сначала предварительная оценка, но как любой проект, да, как предпроектное обследование. Потом обучение проводит BSI как у себя в офисе,
для более, ну, с одной стороны, широкого охвата сотрудников, с другой стороны, это дешевле, чем в офисе BSI. Внедрение самостоятельно, либо с партнерами, потому что курсы, которые мы читаем, они предполагают подготовку специалистов по внедрению из вашего собственного персонала. Ну и дальше сертификация и сопровождение. То есть BSI старается в том числе и подготовкой своих партнеров на каждом из этих этапов контролировать процесс для того, чтобы что-то не вышло из-под управления и не повлияло негативно на имидж Британского института стандартов. Ну, так и королева может обидеться, если имидж BSI пострадает, она же патронирует. Значит, базовый курс обычно по всем стандартам ISO, который выпускает BSI, состоит из 5 дней, из 3 блоков в 5 дней. Сначала введение в требования стандарта, объясняется суть требований, каким образом компания, в зависимости от своей специфики, может эти требования выполнять. Потому что требования, как правило, пишутся достаточно обобщенно, таким языком формальным, и понять, что в нашей организации под этим требованием должно быть выполнено, не всегда очевидно. Ну и тем более трактовка этих требований, потому что разработчик вкладывает, исходя из того, что он проанализировал в целом состояние в данной отрасли, выделил какие-то основные моменты, и именно их, это же минимальный набор стандартных требований, включил в этот стандарт. Почему опустил другие? Почему такая формулировка? Почему формулировка, что система управления должна быть адекватна, пригодна и результативна? А не добавить через запятую еще каких-то терминов, которые вы говорили, что она там уникальна, инновационна, там, великолепно, еще там как-то. Почему эти 3, а не 2, а не 10? За каждым из этих терминов, за каждым требованием в стандарте, за каждой фразой есть свое длительное формулирование, изучение, согласование, включение туда глубокого смысла. Для нас слова все правильные, у нас люди с хорошим обычным образованием, широким кругозором, слова льются свободно, все вроде нормально, на бытовом уровне все понятно, а как на практике применить, не всегда понятно, потому что фраза очень широка, подразумевает очень большой спектр действий. И для каждой организации она сама должна для себя принять, понять и внедрить что-то для нее в этом смысле важное. Поэтому 2 следующих дня – это внедрение, как внедрять требования этого стандарта в реальную практическую деятельность. Дальше внутренний аудит, ну и есть стандарт обучение по внутренним аудитам, по специалистам по внедрению отдельно, глубокий, но это больше уже консультантам, но если вы решили у себя создать какую-то группу, ну и стандарт по курсы по переходу. Вот самые популярные стандарты, по которым BSI проводит и обучение, и сертификацию, это те, которые реально уже работают, это выпущенные новинки самим BSI, которые имеют статус международных с ISO. Есть некий отраслевой объем, в котором BSI тоже специализируется. Вот новая структура. Все стандарты будут по этой структуре. Из 10 разделов и управление рисками здесь занимает центральное место. Все стандарты, начиная с 2013 года, имеют такую структуру, в том числе и вышедший в 2014 году 55001. Выгода от стандартизации. Это тоже вопрос такой же, как из учебников, как все говорят там про прозрачность, эффективность, полноту и все остальное. Это все понятно. Это вроде бы как, тем более для нас, ну, ни одного незнакомого слова нет. Да? Кроме того, что везде управление рисками теперь встречается, да, и везде встречается теперь репутация, авторитет, бренд и имидж. Конкретно тогда быстро 55 управления активами, всеми активами, платформа для управления всеми активами. Если раньше ваша конкретная деятельность, да, она должна обеспечить выполнение производственной программы, производственных планов, но это считается ПАС 55 во всяком случае, да, конкретной производственной деятельностью. И руководство всегда могло сказать, что этот аспект деятельности, мы его, конечно, контролируем, мы задачи ставим, мы цели там ставим, но это управляется там внизу, обеспечивая то, что мы там продажники продали, руководство договорилось, производство должно обеспечить. Теперь управление активами выносится на уровень руководства. А
Там есть принцип лидерства, первый пункт, пятый раздел лидерства, и руководство должно этим заниматься в том числе. И руководство отвечает за то, что методология управления рисками разработана, и то, что она для этого вида деятельности, она подходит оптимальным образом. За это отвечает руководство, и все вот это действие по оценке рисков, вот с той вот формализации последствий, вероятностей и последствий, а критерий тут введен в стандарте реальные затраты плюс потери. Это совокупный показатель, критерий результативности, по которому принимаются решения. Все жалуются, что когда решения поднимаются, эти возможные риски и потери, они имеются в виду, но они нигде не фигурируют. И уже через некоторое время никто не вспомнит. Если мы это не сделаем, то во что же это нам выльется? Сегодня мы получаем такой доход, потому что мы обязаны выполнить, там, продали дополнительные объемы, должны отгрузить, отгрузили, получили. Что же мы получим завтра из-за того, что мы отодвинули ремонт или не выполнили техобслуживание? Здесь это должно быть зафиксировано, и решение должно быть привязано к этой оценке. Руководство крупных предприятий, сейчас мы сталкиваемся с этим, это достаточно хорошо понимает и говорит, ну хорошо, у меня есть какое-то количество денег на техобслуживание и ремонты. Если вот такое я вложу, какой будет эффект? Если вот такое количество вложу, где вот та грань, где отсечка, чтобы принять решение с точки зрения рисков и возможных потерь? Пока этого не получают, но это должно быть зафиксировано, формализовано. Потом тогда к этому, когда мы будем возвращаться, можно будет понимать, мы принимаем решение, потому что мы сегодняшним днем озабочены, или вот этим принятием решения на общем критерии затрат плюс потенциальных потерь. Ну, и если такое будет, да, то, в принципе, довольно сложно будет на кого-то кивать, если на определенном уровне руководства принято решение, когда цифры перед ними. Где реальные затраты плюс потенциальные потери для каждого вида принимаемого решения, варианта. Ну вот, вот интегрированная система. Чем хороши интегрированные системы? Тем, что у них есть общая часть. Общая часть как с точки зрения 300 на 1000 управления рисками, так и всех остальных процедур управленческих. В каждом стандарте есть набор управленческих процедур общих, которые к общему управлению относятся. Там 6 обязательных процедур, там руководство по качеству, там управление ресурсами, в смысле там персоналом, инфраструктурой. Это являются тогда разделы общие, и сертификация внедрения интегрированных систем становится проще. Вот 5 стандартов составляют общую интегрированную систему. Все 5 стандартов разработаны BSI с точки зрения как раз того, чтобы они могли вместе жить. Большой раздел теперь обязательный для всех стандартов будет изучение контекста и описание контекста. Что организация, чьи требования, каких заинтересованных сторон она принимает для себя, это должно быть зафиксировано, в каких условиях внешних и внутренних, экономических, политических, социальных она работает, для того, чтобы можно было понять, чьи требования, в каком объеме организация собирается учитывать в своей деятельности, исходя из этого уже будет строиться в том числе здесь управление активами. Ну, на курсе мы много уделяем внимания разрешению вот этого конфликта, производительные затраты, риски, потому что это является основной частью при планировании принятия решений именно по стандарту 55 тысяч. Но, к сожалению, никого привлечь, кто мог поделиться западным опытом того, насколько помог стандарт 55 при его внедрении. Но вот на курсе мы ссылаемся вот на эти данные, которые разработчики стандарта нам в дополнительных методологических материалах предоставили. Вот мнение таких западных компаний, не только западных, да, часть восточных и американских, которые внедрили, сертифицированы, и они вот так оценили свой эффект. Насколько методика расчета этих показателей, я не знаю, да, но вот с точки зрения их мнения о том, каким образом это им помогло, да, вот, они предоставили. Ну, и тут часть, с одной стороны, часть страшилок, в конце последних несколько слайдов, а другая часть, наоборот, там, success story, как управление активами помогает или не помогает. Ну, катастрофы, понятно, да, тут надо было... Разбор показал, что управление активами были проблемы. Вот здесь умеют управлять так активами, да, здесь так умеют. А здесь вот активами как умели управлять, управляли, да, но некоторые действия с точки зрения оценки управления активами приняты не были. Некая рискованная стратегия, решения, которые могли быть, они были выполнены, но вот такой риск привел к каким-то вот таким последствиям. Сейчас просто как бы
управления активами с точки зрения материального производства не была важна, все-таки очень большой крен сейчас в том, что очень большую роль в оценке стоимости компании имеют нематериальные активы. Нематериальные активы. Да, по последним данным, вчера, что «Газпром» упал там, по стоимости активов в 10 раз, в какие-то там 300 какие-то или 400 какие-то там места, да, именно потому что ситуация на рынке, экономическое, политическое и регуляторное давление там, органов Евросоюза на «Газпром» оценивается в мире таким образом, что оценка стоимости компании в глазах потенциальных инвесторов, она составляет вот такую-то сумму – 50 миллиардов долларов. Да, хотя «Газпром» стремился к триллионной капитализации. Там Facebook, Google, там у нас Яндекс, ВКонтакте, социальные сети, не имеющие вообще никакого железа, не имеющие материальных активов, за исключением серверов, может быть, там и дата-центров, имеют многомиллиардную капитализацию, потому что там управление брендом, управление имиджем, социальное влияние на общество оценивается отдельно, да? И поэтому управление как материальными, так и нематериальными активами в совокупности, оно играет очень большую роль. Ну, здесь вот еще не все потеряно. Да. Сухой. Сухой, хорошо. Ну, последний слайд, признание в бизнес-среде в том, что все компании из самых там значимых списков или котирующиеся на таких-то биржах, вот больше половины сертифицированы в BSI. Это ни о чем вам, это может ни о чем не говорить, но они сертифицированы, они так выбрали такой себе путь, да, нам надо или не надо, выбор за вами. Дело в том, еще раз, что BSI, если вы будете сотрудничать с BSI, будет стремиться развивать вашу систему управления для того, чтобы выдав вам сертификат, да, помогать вам выполнять ваши обязательства перед клиентами с точки зрения развития системы управления.